незаконно за девчонок, двухдневными стараниями, черчениями, рисованиями, писаниями и прочим видом деятельности с карандашами начертили... Меня. Не на той стороне. Но здесь не подписано кто. Но это предполагается, что это Илья Андреевич. Поближе можно? А это плохо видно. Илья Андреевич настолько тих и незаметен, что его практически не видно. Можно было даже приближать даже на камеру. Единственное, что у Ильи Андреевича заметно, это брови и усы. Усов очень много у Ильи Андреевича, смотри. Наслушались. Так ну что, похлопаем, похлопаем на синхрон. Это очень хорошая партия. Так, ребята, попрошу минуточку внимания.